Мечты должны исполняться. Трехлетний Альтаир очень хотел увидеть пожарных, и ему подарили такую возможность. Радость встречи вместе с малышом разделили и мои коллеги. Спасатели оперативно подъехали на пожарной машине и по специальной лестнице забрались к Альтаиру. Малыш, который по обыкновению безмятежно играл дома, услышав звук сирены, подбежал к окну. Когда он увидел пожарных и спецтехнику, радости не было предела. Спасатели спустили ребенка по спецлестнице вниз. Все игрушки в доме связаны с пожарными. Играем, тушим пожары. Сегодня все прошло очень хорошо. Ребенок доволен. Увидеть спасателей, прокатиться на пожарной машине – мечта Альтаира. Родители, которые заметили у своего ребенка интерес к работе пожарных, обратились в экстренные службы. Сотрудники управления приняли участие в организации специального однодневного мероприятия, посвященного Году детей. Ну, сегодня мы рады знакомству с трехлетним Альтаиром, который любит и фанатеет по противопожарной службе. У него есть своя коллекция, как мы слышали, пожарных машин, поэтому сегодняшний день мы посвятили именно этому маленькому мальчику, который всем сердцем любит пожарных. Мы ему пока, ну, значит, мы вышли на него, вышли на нас, показал его отец, да, получилось наоборот, что его родители сообщили нам о том, что их ребенок, несмотря на свой совсем небольшой возраст, да, в трехлетний возраст, очень любит пожарных, когда видит машины пожарные, вой сирен, что требует от папы, чтобы немедленно ехали именно за пожарными машинами, за этой машиной следовал. Значит, собирает, не выходит с магазина, с бутиков, если увидит именно пожарную машину, до тех пор, пока родители ему, значит, не приобретут. Вместе с малышом мы стали свидетелями одного из моментов тушения огня. Альтаиру понравился этот процесс. Ранее он не видел машину спасателей на улицах города. Сегодняшняя экскурсия навсегда останется в его памяти. Искандер Абильда, Астана Айбахыт, Айбек Галымов, служба новостей.